Здравствуйте, как вам удалось выйти из машины? Разве там не было правоохранителей? Люди меня вынули. А? Люди меня достали. Вы слышали, что говорил Луценко, Михаил? Нет, плевать, что говорил Луценко. Они живые твари. Они показали аудио, где вы якобы разговариваете с доверенным лицом Курченко. Как вы прокомментируете? Абсолютный фейк. Брехня, это бабушка.